Черт, ну где же Ник? О, боже! Эй, что происходит, Ким? Да где тебя носило? Дай руку. Наша дочь решила, что уже пора. Нет, у нас же была еще неделя. Ким, ты что? Ты мне руку сломаешь? Нужно сесть в машину. Давай. Хватка, что надо. Ладно. Давай, садись за руль. Ну, едем! О, боже! Держи дверь, быстро. О, боже. Тихонько. Дай руку. Гони! Моя рука! Так, на выезде поверни налево. Погнали! О, да! Отличный музон! Ник! Все будет хорошо. Помощник умеет водить. Давай, веди! Кейси показал мне дыхательную технику. Ау! Ай! Моя рука! Что за херня? Что? Что там? Осторожно! Свиньи! К черту! Да их! Ну! А если не успею? Давай, успевай. Я могу пристрелить её, если что. Можно сыграть дорожную игру. Хочешь? Не очень. Давай. Тебе нужно отвлечься. Мне не нужно отвлекаться. Ау, моя рука. Полегче. Тише едешь, дальше будешь. А, да? Да и ладно, мы никого не трогали. Ну что, все, разворачиваемся? Я так по лицу я смотрю, не навряд ли. Да, нормальное лицо. На улицу почаще выходить надо было, смотреть на дорогу. Сверни налево у моста. Дальше прямо всю дорогу. Что там? Самолет, Ким. Охрененные роды. Получилось. Ты как? Плохо. Да, ты права. Ладно, подруга. Это вот там, впереди. Мы можем срезать через лес. Чудо подел нам. Вот так, прямо насквозь. Гони, гони! Давай, вперед, быстрее! Блин, я надеюсь, получше будет сейчас успех. Хочешь увидеть свою крестницу? Как она прекрасна. Что ж, выходит, мне все же придется сменить название компании, да? Наверное, тебя уже все достали, но спасибо за все, что ты для нас сделала. Если что нужно, обращайся. Но твоя миссия была круче в несколько раз, чем последняя. Поехали домой. Как миллионы убивали. Да иду, и пили такие самолеты. У нас за все это время не было ничего такого красивого.
Тут задание где-то поблизости. А, 400 метров. Ну, а вот как раз элеватор рядом. А, перемещение недоступно. Почему? Нашел у кого спрашивать, почему. Ну, конечно, вам задание там эти люди помнят. Так что, давай не спрячу. Мне собаку расстреляли. Собаку спасать не будешь? Чего? Все, 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 нету. О, пластик! Что ты? Ну, куда ты? Какой умный песик, да? Я хочу сделать эти, блин, быстрые убийства. С пистолета, которые? Да. Можешь пометить их? Блин, у меня была возможность. А чё, блин? Нет, не, сложно. Слишком мало времени дается. О, я не помню такой. А музыку выключить. А чё, зачем? У нас такая эпичная. Кто-то угнал вдоводел. Перекройте дороги на Фолс Энд. Не упустите его. Все, что ли, из-за вдоводела собрали, все, кого мы оставили, живых. Ну чё ты сел? Так она перевернулась. Меня просто вытянуло. Почему вы проехали?
Сейчас будет дым. Сейчас будет дым. Сзади пули вообще не тратятся. Они тратятся. Блин, я забыл, как будет. Как сигналить? Не знаю. А, она. Что мы сделали? А ты почему загорел? Че толкаем? Во! А ты... А чё? Да, собачка, мы такие. Не, у меня типа она была вообще полностью перевернута. Взял, сел такой. А чё он? Убери пистолет. А у меня он перестал стрелять. Патроны кончились? Нет. Я на их дал, и он перестал использовать это стабильное оружие. Они кольца, которые устроены. Чё? Ты тоже а мы... почему мы остановились и взорвались? Взорвались, потому что там было много. Ладно, да. А на что-то остановились, я не знаю. Почему резко бум просто, как стенку? Просит воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости. Семьям рекомендуется путешествовать по стране, а не за рубежом. Ни слова там. Ладно, едь тогда.
Ты поворот пропустил. Ты покинул зону. И чё? Я тут при чём? Я тебе как метку поставлю без метки? Этот звук я всегда узнаю. Отцовский грузовик возвращается домой прямо как в детстве. Я всегда стояла на этом самом месте и махала ему рукой. Тебе хватает твердости, чтобы им управлять. И что важнее, у тебя есть сердце. Отцов... Хорош, дурить! Блин, все. Чтоб меня, глазам своим не верю. Черт, о чем я там? Тебе хватает твердости, чтобы им управлять. И что важнее, у тебя есть сердце. Отцу бы это понравилось. Если вдоводел тебе понадобится, бери, не стесняйся. А я пока буду держать нос по ветру. Если узнаю что-то интересное, сообщу. Еще раз спасибо. Все, задания больше нету. Как нету? Ну вот одно задание, все. А, второе вот еще. А доберитесь до амбара Хайда. Или это ну что? Вот это и есть, вот он помечен. А, Давай поближе там донести. И это что это? Это высадка. Помощник, Иоанн и его мордовороты выкачали все наше топливо. Пригони пару их бензовозов Full Send, пока не стало совсем худо. И нам поможешь, и им поднастрешь. Здесь все вернется в норму, я... Эй! Тебя Кейси сюда прислал? Один из стервятников проглотил ключ от сарая. Знаю, звучит смешно. Я просто на минутку отвлекся. В общем, поможешь мне? А то, прямо скажем, стрелок из меня не очень. А я открыл. А как? Ну что, сразу, поехали. А там что-то есть. А, нет. Показалось. Я тебе пока что-то подготовлю, да, едь. А, ты уже тут? Да.